Фабрика «Компас» занимается производством мебели с 1998 года. Учредитель компании – местный предприниматель Михаил Натанович Полторак. И если приезжим инвесторам для начала работы нужно было освоиться, ему изучать местный рынок перед вступлением в свободную экономическую зону не требовалось. Вот этот механизм свободной зоны, который, в общем-то, дает определенные льготы по налогообложению, вот, соответственно, значит, он нам достаточно помог. Мы смогли, в общем-то, тот доход определенный дальше инвестировать, значит, в развитие производства, нарастить рабочие места. С момента вхождения в свободную экономическую зону на мебельной фабрике «Компас» было 8 рабочих мест. Сейчас штат сотрудников составляет 60 человек. Большинство из них – севастопольцы. Это инженеры, операторы станков, дизайнеры, конструкторы, технологи. Сегодня заработная плата на предприятии 25 тысяч рублей. На этот год мы планируем еще больше увеличить, вот, и новое оборудование подкупаем. И я должен сказать, что те люди, которые еще думают или желают заходить в свободную зону, вот один из моментов таких немаловажных – это качество нашей, ну так назовем так, наших специалистов. Продукция мебельной фабрики представлена по всей Республике Крым. Налажено сотрудничество и со многими городами на материковой части. Это Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Иркутск, остров Сахалин, Камчатский край. Фабрика производит мебель для гостиной, детской комнаты, спальни, прихожей, письменные и компьютерные столы. Михаил Натанович Полторак говорит, вступление в свободную экономическую зону помогло наладить сотрудничество с российскими торговыми партнерами. Преимуществом, значит, нашей свободной зоны, ну, во-первых, это наши климатические условия нашего региона, вот, и доброжелательные, квалифицированные отношения, скажем, там, правительственных органов, в частности, экономического сектора, вот, и руководства свободной зоны. В планах руководства мебельной фабрики сотрудничество и с партнерами из стран ближнего зарубежья, в частности, с компаниями из Казахстана. Сергей Краснослободцев, Святослав Данилов, Дмитрий Еремеев, информационный канал Севастополя.